Село Шейна – дом матери героя России Юрия Варновского. Надежду Владимировну любят и уважают не только в районе, но и далеко за его пределами. Мы вам желаем счастья, здоровья, благополучия, терпения, мирного неба, всего вам самого наилучшего. Этот небольшой букетик от меня и этот портрет, на котором вы с Юрием Васильевичем изображены, пусть будет такой памятным событием о сегодняшнем дне. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо. С праздником. Женщину часто навещают друзья и сослуживцы сына. Она всегда рада гостям. Принимая сегодня цветы, всех поблагодарила за внимание и заботу. Отметила, ей дорого любое напоминание о Юре. Мне приятно, что меня администрация района не забывает, посещает часто. Пусть они мне принесут одну открытку, но не приедут, я на них посмотрю, обниму, поцелую, знаете, этим живу. Совет женщин Карачанского района активно включился в волонтерскую работу. Участвуют в акциях, вяжут для бойцов носки, пекут пироги и варят компоты. А главное, дарят участникам СВО беззаветную материнскую любовь и заботу. Кто, как не они, заслуживают цветов и слов признательности. У каждого, кто сегодня присутствует на мероприятии, накинут голубой платок. И это не случайно. Голубой платок является символом совета женщин. Это маленький ручеек, из которого, я уверена, состоится и сложится большая полноводная река. А в Доме народного творчества к празднику презентовали фотовыставку женщин-героев. Каждый портрет глубокая личная история, а все вместе – отражение образа настоящей россиянки, находящей в себе силы и мужество заниматься повседневными делами, в то время как сердце там, с родным и любимым солдатом, отцом, мужем, сыном. Моего сына мобилизовали 23.09.2022 года. Через неделю он уходит в отпуск, мы его ждем, волнуемся очень, хочется его увидеть. Мы как можно больше постараемся сделать фотографии, конечно, с согласием самих жен, матерей, дочерей, чтобы она пополнилась, и о каждом герое остался хороший, добрый след. Со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравления и пожелания, адресованные тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. И наша самая главная задача, чтобы мы никого не забыли, чтобы мы охватили всех своим вниманием, говорили им самые теплые слова о том, что мы их любим, ценим и уважаем, и благодарим их за то, что они делают для нас, для всех. Влад Калинин, Денис Копач, программа «Такой день» на Мире Белогорья.